Реру, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем. Ты беги по своим делам, Габелла с луком. Давай лучше Хершел сюда встанет. Еще ГБ нам понадобится. Давай вперед. ГБ у нас чисто, знаете, на подстраховке. Блять, как же вот это вот херь меня бесит. Блять, куда я тыкнул? Убегай, убегай, убегай. Стоять, блять, 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 блять. Так, ты отбегай, ты отбегай, ты на него ближний бой. Замечательно. Вставай сюда. Открывай, стреляй. Стреляй. ГБН, отбеги, пожалуйста, не тупи, а. Все, замечательно. Ты отбеги. Вы можете не настрелить, вы отдыхайте, все. Так, что по здоровью? Смерть через 2 часа. Ушиб, порез, кишечная недостаточность. Ну тебя нахуй. Неистовое состояние. Средний палец левой руки отшиблен. Противный голос. Быстрая обучаемость. Скороход. Ремесленник. Как ремесленник хороший. Вот этого не мешало бы захватить. А он трутен. Общение, медицина. Ну, такое себе, короче. Габен, иди лечись, а его захватываем. Все. Куда? Стоять! Габен, ближний бой давай. Все, иди спасайся. Ой, бля, Хершел, ты что так медленно лечишь? Все у меня колонисты умирают. Ну, не все, конечно, но, блядь. Так, область. Надо здесь вот сделать склад такой вот. Семена лечебного корня. Замечательно. На максимальный, ребят, на максимальный приоритет. Он должен быть здесь всегда. А тут он будет, ну, высоком. Расследители появились недалеко, будьте осторожны. Они атакуют любого человека, вот, кто попадет в их поле зрения. Ёп! Заморозки еще. Рискнуть, не рискнуть. Ай, пошло оно все по пропадам. Во-первых, срезай лечебный корень. Во-вторых, срезаю хотя бы вот этот урожай картошки. Хершел, вот это надо делать срочно. Тебе я разрешу единственным выйти из области, и надо будет все это срезать. Хершел, пожалуйста, не подведи меня, а. Еще не выросло нихуя, поэтому с них нет ничего. И тут у меня картошки нету совсем, да? Не думал, что я в такую ситуацию попаду. Хершел меня бесит, блять, еще все меня. Что ж так все через жопу-то опять у всех? Что, блять, когда порез Глефа? А почему всем похуй, ребят? Вы, может быть, спасете его? Нет, я понимаю то, что типа не человек. Ну, блять, это не значит, что к нему надо относиться по-другому. Ребят, наверное, будет сложно сейчас, но все-таки придется, наверное, сделать так. Вот это все я сделаю песком. На песке, насколько я знаю, ничего расти не может. А тут же придется нам включить, наверное, вот эту обогревательную нашу штуку. Так, надо сделать сейчас небольшой складик где-нибудь. Под эту землю, которую мы сейчас здесь выкапываем. Главное, чтобы наши все сейчас посевы не ебанулись. Перенесите, пожалуйста, это все, потому что это очень сильно глаза мозолит. Знаете, что можно еще сделать? Вот, это, вот здесь вот держать открытый. А здесь вот немножечко построить крышу. Это также может повысить температуру нехило так. Да, морозы, конечно, знатные. Главное, урожай у нас весь побило, да? Пиздец. Мы остались без картошки, ребят. Хотя есть один способ, но не факт, что мы успеем. Построить здесь крышу надо в срочном порядке. Ага, уже не успели, ребят, все. Мы уже без картошки. Да, печально. А стоп, хотя? Нет, еще есть картошка. Давай, построй здесь крышу, пожалуйста, примень. Она есть, тут картошка, но она, короче, под снегом, я понял, все. Да, блядь, жизнь здоровья. Теперь мне. Короче, свиньи эту зиму не пережили. Так, тут есть такая тема, как аксессуары. А, не тут. Вот тумбы из досок. Небольшой стол хорошего сочетается с кроватью. При замещении кровати увеличит комфорт и немного эффективность сна. А вот их, пожалуй, я парочку здесь вот поставлю. Чисто для того, чтобы были. А посмотрим, как они влияют вообще. Компонентов, слава богу, у нас хватает. Даже за глаза хватает. Вот эти вот. Бля. Так, опа. Мертвый гундлер. Неплохо. Тут вот тоже какой-то гундлер есть. Ладно, допустим.
Они потихоньку так вот умирают у меня тут. И хорошо, мне кажется. На муфл охотятся ради пропитания. И помирают. Неплохо. Из серебра самое лучшее. Поставлю, пожалуй, тут вот две штучки таких вот. Тумбочки. На всякий случай. Господи, если эти животные сдохнут, мне ни горячо, ни холодно. Она нам мстит. Ой, блядь. Безопасность. Убегаю, убегаю, пельмень. Умница. На скидку давай. Ай, блядь, ёбаные свиньи, как же я вас ненавижу. Они еще живучие же, падлы, до сих пор живут. Вот и мясо к нам пришло. Этот мертвый валяется. Этот тоже почти скоро будет сдохший. Замечательно. Я искал мясо, а мясо само ко мне пришло. И у нас неожиданно получилось много ресурсов. Как странным образом. Как же так получилось, ребят? Что, я могу собирать торф? Ладно, пока я не хочу этого делать. Какой хряк умер. Беда-то какая. Да. Я решил не делать такое большое пространство, а сделать вот такой вот небольшой островочек, поскольку у меня просто нету сейчас возможностей и колонистов для того, чтобы производить такие объемы работ. А здесь пока растений ничего не будет, и на близкой дистанции мы сможем, если что, кого-нибудь расстрелять. Еще одна свинья померла. А, стоп, это была осень у нас, морозы? Ну, пиздец просто. Надо приказать вот эту штуку выкопать, и, в принципе, можно начинать делать бетон. Будет вообще охуенно. Грузовые контейнеры. Мед. А, стоп, сейчас сюда припадет. Так, пельмень иди. Ищи что-нибудь интересненькое. Чё ж ты такими звуками меня пугаешь? Тут есть ПП. Патрон для него нет. Ну чё ж поделать теперь? У нас осталось две самки. Свиньи. От них толку немного, поэтому забиваем. Какова жизнь? У нас даже картошка зимой растет. Засеивать, конечно, мы ее не можем. Мне нужно найти сейчас повара персонального. Среди нас охуенного кулинара нет, кроме двоечки. Никто и не может заниматься кулинарией. К сожалению, пока что. Я, по-моему, тебе уже 1000 раз сказал. Вот эту херь. Сруби. Кершил, блядь. Феникс, сука. Да, умрет через 7 часов даже. Замечательно. Главное не забыть про него. Сейчас буду за ним следить, чтобы не забыть о нем как... Феникс, который здесь где-то должен валяться мертвый. Куда ты побежал-то? Пельмень, догони, пожалуйста, его и добей. О, еще картошка. Противник нападает немедленно. Хорошо. Все, не спасаются бегством. Ура! У тебя что, левое легко уничтожено, ты не подходишь, в зависимости от дымолиста, это мы вылечим. Главное, ничего не уничтожено, замечательно. По персоне ты кто? Ремесленник, да? А еще что-нибудь есть? Ну вот, единственный, кто мне подходит. Давайте поэтому его и захватим. Тем более, что он окочурится не скоро. Хершу, лечи, пожалуйста, его. Ты должен успеть. Все, успеваешь, замечательно. Решил еще небольшой слой амбразуры сделать здесь вот. По пленнику, я смотрю, он не такой уж и сильно сопротивляющийся. Поэтому нормально все будет. Главное сейчас ему в зависимости от дымолиста попороть. Если нормально будет. А двоечка разделай, пожалуйста. Ой, разделай, да. Сердце Феникса. Да, это классно будет. Потому что оно сейчас поднимет здесь температуру. Оно уже здесь подняло температуру. Драконья чешуя. В принципе, у нас ее дохуя сейчас. И построить можно будет... себе сейчас кроватки из драконьей чешуи. Нужно 65, нам одной хватит, больше нет. 120, нам 10 единиц не хватает буквально. Так, ребят, вы что с пумой-то играете, вы что, охуели что-то всем? Давайте чисто попробуем лучниками отбиться и милишником. Ты где, пума, иди сюда. Охуенно отбились. А все. Мне кажется, она даже не поняла то, что ее убили. Перенеси кто-нибудь сердце, блять, вы заебали. Перенеси, да, спасибо. Еще один милишник, что ли, ты хочешь сказать? Ну ладно, будет еще один милишник, хотя... Бесполезный милишники тут. Какой день рождения? 148, блять, сколько тебе лет? 62 года, охуеть, Хершел, ты старый. Ну ладно. Хершел, успокой его, пожалуйста. Или ты все уже...